Дорогие блокадники, дорогие дружники тыла, дорогие внуки блокадного Ленинграда, коллеги. Сегодня мы собираемся традиционно. Это для нас важный день. Наверное, день святой для каждого петербуржца, ленинградца. В этот день мы с вами... празднуем святой для нас праздник освобождения нашего города. К сожалению, мы сейчас все чаще и чаще слышим, что столько людей погибло напрасно, что можно было город сдать, что можно было спасти сотни тысяч людей. Но те, кто был в том городе, те, кто защищал этот город с воздуха, с воды, те, кто работал на Кировском заводе, те, кто работал в медицинских организациях, тот знает, что этот подвиг города
заключался в том, что Ленинград сдержал группу армии «Север». Ленинград не позволил полчищам немецко-фашистских захватчиков захватить город и развернуться на Москву. Удержан был Ленинград, удержана была Москва, удержан был Сталинград. Враг не смог выполнить свой блицкриг. Враг не смог поработить европейскую часть Советского Союза, не смог выполнить свои коварные планы. И в основе перелома той войны, конечно, лежит подвиг ленинградцев. Подвиг тех людей, которые сейчас лежат в Левашово, на Пискаревке. Тех, кто детьми был вывезен из блокадного Ленинграда, и тех, кого бомбили на Ладожском пути. Те, кто выжил, те, кто дожил до наших дней, те, кто нам рассказал, как это было, и те, кто смог рассказать нам так, что мы об этом расскажем и нашим детям, и нашим внукам. В каждой семье, в каждом ленинградце есть память о тех людях. В каждой семье в красном углу висят фотографии наших прадедов, дедов, которые не смогли вернуться с той войны, которые завещали нам, ныне живущим, бороться с этим злом. Сегодня мы видим, что война превращается в игру. Мы видим, что молодые мальчики берут в руки оружие и считают, что с оружием можно решить какие-то жизненные вопросы. Вы, старшее поколение, вы те, кто видел, как бомбят город самолеты со свастиками, вы должны им рассказать, что это не игра, это боль и кровь. Это потери близких, это потери матери и отцу. Это невозможность иметь детей. Это горе и боль на долгие годы. Это ваш подвиг сегодняшнего дня. Это ваш подвиг тех, кто выжил детьми тогда, тех, кто дожил до сегодняшнего дня. Мы сегодня отдаем дань тем, кто не смог вернуться. Мы отдаем дань тем, кто лечил людей в эти годы, кто писал монографии. Мы вспоминаем тех, кто обеспечил нашу сегодняшнюю жизнь. Я преклоняюсь перед теми, кто дожил до сегодняшних дней. Я очень рад, что сегодня здесь люди, которые помнят это, которые прожили это и которые с нами сегодня. Я с большим удовольствием передаю этот микрофон профессору кафедры хирургической стоматологии черепно-мозговой хирургии, жителю блокадного Ленинграда Соловьёву Михаилу Михайловичу. Дорогие друзья, ленинградцы, для меня это день благодарения, неформальный, потому что жизнью я обязан, как ребенок, который жил в Ленинграде, видел, и только благодаря тем, кто защищал город, остался жив. Я хорошо помню себя с того момента, когда мы вернулись с дачи в Апраксино, так как было время не просто тяжелое, было голодное и холодное. А так случилось, что у нас комната около 11 метров, или там немножко больше, и были дрова. Отец буквально за несколько дней до ухода в ополчение купил, это приобрел, то у нас в одной комнате было три семьи. Человек или 11, или 12. Поэтому я помню хорошо те разговоры, которые слышал. Я много слышал разговоров о том, как хорошо было до войны. А вот до войны было то-то и то-то. И говорили о том, а вот то, что осталось у меня, врезалось в детскую память. Мне было тогда 5,5 лет, почти что 6. Но вот после войны, вот в этой булочной, обязательно будем сайки. Ну, мечта была сайки, купить и кушать сайки. И я не слышал вот этих жалоб, ну, стенания. Приходили с мороза, а лютая была зима, и говорили, как хорошо, тепло. Только мама одно условие поставила. В комнате есть нельзя. Уходите в свои комнаты холодные, потому что, понятно, это раздражитель. И вот я себе представляю, сейчас я слышу
часто такие, ну, разговоры, иногда просто, знаете, недовольны, иногда даже немножко агрессивны. Вот какое время, как представляю себе. Если бы те, кого я слышал в 41-м году, вот они бы встали бы, ну, из могил, я бы тех, кого нет, прошлись бы по нашим улицам, увидели бы магазины, говорят, нет, видите, сыров нет. Они бы, наверное, порадовались за нас и посмеялись над теми, кто вот знает. Вот светлая им память. Я хочу извинить, чтобы мы были все достойны тех, кто, кого нет, кто защищал наш город, обеспечил все это. И поменьше охали и кряхтели. И здоровья всем, кто... Мы победим. Этот праздник, как и многие другие наши праздники, были заложены нашими замечательными учителями и стали прекрасной традицией первого Ленинградского медицинского, первого Санкт-Петербургского медицинского университета. Я хочу передать микрофон человеку, который 20 лет руководил нашим вузом, который заложил большинство из тех традиций, которые мы свято чтим сегодня. Академик Яицкий Николай Николаевич, пожалуйста. Спасибо большое, дорогие ветераны, блокадники, участники сегодняшнего собрания. Я хочу сказать, что, и вы это знаете, что это один из самых больших праздников в нашем городе, и его сравнивают и называют Ленинградским днем победы. И это действительно так. Об этом беспримерном подвиге знает весь мир. И это играет огромное значение для всех нас, потому что я вам расскажу один такой элементарный пример. У нас, как вы знаете, после войны, в момент перестройки, было тяжелое время. И тогда дошло до того, что наш институт, клиники, прекратили финансировать питание. Вузов было таких всего 5-6, по-моему, сосчитать. Перекрыли финансирование на еду больным, которые находились у нас в клинике. Ну и вынужден был лететь в Москву, в правительство, в Белый дом. Вышел на первого заместителя, приняли, спасибо, и сказал: как вам не стыдно? Войну первый Ленинград ни на один день не останавливал, и всем выдавали, что по 150 граммов. Вы знаете, они сказали, что они не знали, все включили. Вечером сюда позвонили, а к утру пришли деньги. Ну, это действительно их потрясло. Как можно это сделать, когда в то время, когда работали люди, но пережили мы все это. И можем себе представить, что пережили люди, которые находились в нашем городе. Вечная им память и слава. А оставшимся всем вам сегодня, ветеранам, здоровья. Первый Ленинградский вам обязательно поможет. На это он и есть Первый Ленинградский. И вечная слава тем, кто не дожил до этого дня. С праздником вас! Что вам самого?
Спасибо, Николай Антонович. Я хотел бы передать этот микрофон человеку, который на сегодняшний день руководит всей общественной деятельностью университета, который скажет вам добрые слова, профессор Фахитов Мальчик. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, прошло уже 72 года с тех пор, как блокада нашего замечательного города была снята. Но до сих пор мы с трепетом в душе вспоминаем об этих тяжелых, трагических днях, когда наш город погибал, когда разрушался, когда люди гибли, дети погибали. Но несмотря ни на что, город жил, существовал, город, можно сказать, стремился к будущему, боролся за свое светлое будущее. И несмотря на все эти трагические события, лечебные учреждения, и в том числе наш первый медицинский, работал так же, как и многие городские больницы. И в этих городских больницах работали врачи, работали молодые врачи, еще, может быть, даже не закончившие наш медицинский университет. Но, тем не менее, они всячески оказывали помощь тем страдальцам, которые остались в этом городе. Но не только блокада, но и послевоенный год, после снятия блокады. Многие были на своем посту и восстанавливали все то, что было разрушено. А это не в меньшей степени трудоемко и не в меньшей степени требовало жертв и усилий для того, чтобы восстановить наш город, восстановить работу многих организаций, и в том числе нашего университета, наших клиник. Поэтому низкий вам поклон всем тем, которые присутствуют здесь, ежегодно приходят на наши митинги. Мы всегда рады видеть вас. Мы желаем вам крепкого здоровья и желаем, чтобы многие годы мы еще и в последующем встречались на таких вот митингах, вспоминали те трагические дни, и так, чтобы молодежь знала об этом, не забывала об этом и помнила, что такого больше повторяться не должно. Спасибо вам и низкий вам поклон. Спасибо. Ну и, конечно, наверное, важнейшая задача для ветеранов, для блокадников – это донести до нашей молодежи то, о чем мы сегодня говорим. Это огромная воспитательная работа. Я очень рад, что в нашем университете бок о бок с нами трудится проректор по воспитательной работе профессор Потапчук Алла Аскольдовна. Дорогие блокадники, наши учителя, от всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Мы с вами уже не первый год собираемся на этом месте. Это особенное намоленное место, памятник погибшим медикам. И здесь, именно на этом месте, наверное, осуществляется связь поколений. И мы с вами сегодня собрались здесь для того, чтобы фактически совершить вахту памяти. И каждый год здесь совершается вахта памяти. И в День Победы, и в День снятия блокады. Пусть наша молодежь, наши студенты, которые завтра будут ординаторами, потом будут врачами, может быть, преподавателями нашего первого меда, действительно несут эту вахту памяти, соблюдают традиции нашего первого Ленинградского медицинского университета, Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова. И я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и земной вам поклон, и передать слова благодарности нашей молодежи председателю студенческого совета Джамилову Шарали. Земной вам поклон. Здравствуйте. Уважаемые жители Санкт-Петербурга, студенты нашего университета, жители, преподаватели нашего университета, сотрудники, также блокадники и ветераны. Искренне поздравляю вас с этим праздником, великим даже праздником, я бы сказал. И хочу искренне поблагодарить всех наших педагогов, блокадников, ветеранов, которые сохранили нам нашу медицину, наш университет, науку в нашем университете, наше мирное небо над головой. И позволили нам сейчас постигать эту науку, изучать ее и в будущем передавать ее нашему поколению. И хотелось бы
пообещать, наверное, от лица всех наших обучающихся, студентов, интернов, координаторов, что мы будем чтить память героев того периода и передавать ее нашим будущим поколениям. Спасибо. Дорогие друзья, вместе с нами на этом митинге многие-многие из тех, кого, к сожалению, сейчас с нами нет, кто болеет, кто дома, мы подумаем обо всех. Мы попросили наших студентов съездить к тем, кто, к сожалению, не смог сегодня быть с нами. С нами сегодня душой и наш ректор, академик Богненко, сейчас находится в министерстве по делам нашего университета. С нами сейчас все те, кто работает в операционных, перевязочных, кто занимается студентами, кто командиров. Весь коллектив университета искренне вас поздравляет. И самое главное, чего мы желаем блокадникам, в следующем году собраться точно в таком же составе. Мы работаем для вас. Клиники университета открыты для вас, поликлиники. Каждый сотрудник, каждый профессор, академик всегда готовы прийти к вам на помощь. Если нужно, приедем к вам домой. Если нужно, госпитализируем. Если нужно, посоветуемся в жизненных и других ситуациях. Мы с вами, мы для вас. Я вас очень прошу, в следующем году будьте в том же составе, как вы сегодня. А еще лучше, немножко больше, чтобы к нам пришли те, кто, к сожалению, сегодня болеет. Сейчас мы с вами одну минуту вспомним тех, кто не вернулся с той войны. У каждого есть кого вспомнить. Мы помянем их добрыми словами. После этого мы положим цветы памяти к нашему памятнику. И после этого можно будет переместиться в столовую, где за чашкой чая. Вы расскажете друг другу, как это было. Вы вспомните, что рассказывали вам, а мы послушаем, что вы расскажете нам. Так, минуту молчания мы вспоминаем тех, кто был с нами. Место, которое памятно каждому сотруднику университета, которое было построено за счет университета. Прикоснуться к этому камню и подумать о тех, кто выжил в те годы, кто спас этот город для нас. Чего? Время строит? Да где ты? Есть что вспомнить, да, это точно. Пойдем на тетку, наверное. Спасибо.